В Екатеринбурге в 19:00 вечера на улице отдыха, что на Шарташе, неожиданно для окружающих и смертоносно для аборигена, загорелся двухэтажный полуотселенный барак барачного типа за номером 32. Всего в этой ветхой хибаре 22 квартиры. Так вот, обитаемыми на момент воспаления оставались ровно 11. Ну, как будто одна футбольная команда покинула стадион. Эпицентр огня затаился в последнем жилище номер Туту. 22. Перебор. И на самом-то деле этот пожар показался неожиданным только совершенно посторонним людям. Для аборигенов он был наверняка все-таки вполне предсказуем. Дело в том, что в 22-й квартире обитал дедушка-пенсионер, но хуже то, что сильно пьющий дедушка-пенсионер. За несколько часов до воспламенения он получил пенсию, пригласил на этот праздник жизни собутыльников и отжег так, что не дожил до Нового года. Вероятно, дедуля с братвой наколдырялся, а когда гости ушли, он, ну, к примеру, закурил неаккуратно, закимарил и сжег себя вместе с квартирой. Впрочем, причину пожара устанавливают эксперты ИПЛ. На утушку пылающего барака на Шарташ примчались две автоцистерны 1-й и 4-й пожарно-спасательных частей. По внешним признакам из окна 2-го этажа виден густой черный дым и видны отблески пламени. Значит, начальником Карула было принято решение о незамедлительном спасении людей, так как со слов людей, которые уже вышли на улицу в доме, могли находиться люди. 15-я квартира, 19-я квартира. Два спасенных, да? Три. Вот, все, да. Три спасенных. Погибших. Этих мы по лестнице сняли, этого вытащили вот так. Соцпотстройство. Всего из дома было эвакуировано звеньями ГДЗС. 12 человек спасено. Трое человек при помощи спасустройств. На тушение пожара было подано один ствол УРСК-50 и один ствол высокого давления. Автоцистерна была установлена на пожарный гидрант. Проложена магистральная линия к месту пожара на расстоянии 250 метров. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Горели деревянные перекрытия, перегородки и домашние вещи на втором этаже, и также частично повреждена деревянная обрешетка кровли. Поскольку в момент воспаления не было еще и 19:00 вечера, постольку все, кто находились в трезвом состоянии, спаслись. Кто самостоятельно, кто с помощью спасателей. Нашвырявшийся одинокий дедуля-пенсионер, отметивший свою последнюю в мире 7 пенсию, выбраться из огня не смог. И сам погиб, и соседям наготовил проблем перед Новым годом и Рождеством Христовым. Понятно, что коль скоро эпицентр воспаления находился на втором этаже, то все, что внизу, оказалось тщательно пролито жидкостью. Плюс учитывайте выбитые стекла, а по вечерам в наших широтах уже минуса, небольшие, но минуса. Также отрубленное электричество, ну, в общем, никаких условий для обитания Homo sapiensов. Кто-то скажет, так в двухэтажном бараке с печным в 21 веке отоплением условий и так было не дофига. Ну, так оно. Но люди как-то жили, а после пожара были вынуждены разъехаться. Кто к родне, кто в маневренный фонд. На месте пожара, значит, проведен опрос людей, проживающих. Значит, дом полуотселенный. Дом сам имеет 22 квартиры. На данный момент проживало всего в квартирах. В 11 квартирах люди проживали. Значит, решается вопрос, значит, кто-то к родственникам уедет на день, потому что сейчас в квартирах темно, все полностью пролито. Кто-то здесь, какие-то комнаты не пострадали, останется здесь. Решается с администрацией района.